И всем привет, ребята! Да, сегодня мы с вами играем опять в вашу любимую игру. Она вам, наверное, понравится. Понравилась, да. Ну и сегодня мы с вами продолжаем, да. У меня, кстати, хороший приз, да. Так, что у нас тут? Как вы видите, тут я ничего не купил. Тут у меня тоже ничего нет. Вот. Вот так вот. Ну, и как вы помните, вот этих бомб-липучек у меня просто офигеть как много. Да. Так. В друзьях, конечно, пока что еще никого нет. Хотя там 6 человек. Так, сегодня я предлагаю вам не просто поиграться, а именно поиграть с другими игроками. Да. 15 человек там вроде должно быть. Или 16. Не знаю. Или 15 уже есть. Или там по-разному. Короче, неважно. Я не знаю. Короче, сейчас мы будем выживать против других игроков. Да. Так, мы по-прежнему можем садиться всякие машины и убивать других игроков. Да. А игроков я пока что не вижу. Во, один игрок. Во, бегает. На, получи. Ой, а что у него там? Я не могу попасть в него, ребята. Да, давай, упади. Вас тут двое. Я придумал, что делать. На 39 жизней. Сейчас я вам задам. Вот. Думаете, что я струсил? Да ничего подобного. Но только я еще чего подобного не могу сделать. На! Зомбака Халка сбил, Нифига, я тут вертушки кручу. Кручу-верчу. Так, вон Халк там появился. На 4 жизни. Я умер. Ну, короче, одного Халка я убил. Так, сейчас еще второго убью. Так, все. Я второго тоже убил. И вот Халка еще раз убью. 3 человека. Сейчас будет 4. О. О, нет, ребята. Там кто-то титана взял. Или это не титана, не знаю. Так, короче, давайте обратно возьмем бомбы-липучки. Как по-прежнему у меня их очень много. Почему игра виснет, меня задавили? Кстати, анимация смертей разных, она разная. Вот он глупец, я, кстати, попал. Вон он валяется там. Ой, так. Он военный катер взял, а хотя... На, я его сейчас поливать не начну. Так. Внимание. Тревога. На нас напал военный катер. И вертолет еще военный с какими-то ракетами. Рифму я придумал. И к тому же она мне нравится. Сейчас я его собью. А они, кстати, на меня не нападают. У него джетпак есть. Они на меня уже не нападают. А, ну типа как команды стали, да? А, типа как команды, нет. А вот только вот этот не хочет. Тут там что-то не атакует. Виснет. Чего в чужую машину не могу сесть? Конечно, потому что это игрушская машина. Смотрите, я могу вырулить, но обратно уже не могу сесть.
Ладно, давайте. Давай. Подстреляй меня. Блин. Блин. Я сам не понимаю, что я говорю. Не надо. Все. Так, вот, все. Я нашел выход. Так. Там с пистолетами ходят. А у тебя вот обычно, а у меня пулемет. Тебе очень долго надо копить. У тебя джетпак. Нет. Спасибо. Но ты меня уже убил. Поздно. Тогда. Пока. Я тебя убивать буду. Тебя. И тебя, блин, зачем я его задавил? Он же меня не атаковал. Взорванная машина в воздухе. Офигеть. Машина там плавает. Так, чтобы было быстрее, давайте подпрыгаем. О, вертолет еще утонул. А, я его все-таки сбил. Ну что? Что происходит? Почему назад так сложно? Почему назад так сложно ехать? А там парень ведь еще сидит какой-то. Туда. Заворачивает тоже. Или нет? Ребят, я не понимаю. Сальтуха! О, мне дали бонус. Нет, там никого нет. А, все. Там кто-то всех убивает. Точнее, всех убивает. Я даже не заметил, как я уже 7 человек убил, осталось 15. Было 10, осталось 15. Да. Так, давайте полицейскую машину угоним. Так. Блин, откуда они Титана взяли отсюда? Откуда они? Я тоже хочу тут с Титаном ходить. А его-то нет. Так, давайте вот эту машину угоним. Давайте вот так сделаем. Ну, типа, тут война была такая. Прикольная. И вот тут еще. Во, бамс. Бамс. Вот так, да. Поврезаем все машины. Война тут была такая прикольная. Да. Теперь пошли за вертолетом. Сейчас тоже его как-нибудь сломаем. Да. Залезай ты, чувак. Так. А вертолета-то и нет. А, уже кто-то угнал. Блин. Уже кто-то угнал. Да уж. Вот тут аптечка. И патроны. Патроны мне нужны. У меня пока что еще есть патроны. Да. В этом режиме также можно тоже зарабатывать денежки, но пока что денег я не нахожу. И думаю, что буду завершать. Да. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока. Всем пока. Да. Блин, где же вертолет может быть? Монетки там пособираю. Да, всем пока. Сейчас я, кстати, за джетпаком пойду, да.
Ну и всем пока. О, кстати, джетпак. Привет, мой джетпак. Памс.